Всем привет, ребят, с вами Никита и мой друг Ваня. Он уже когда-то у нас снимался видео в прошлом году. Так вот, мы сейчас даже не шли за грибами, просто гуляли. Тут вот прямо около дороги вот есть такие четыре сосны. И вот мы ездили на великах, и вдруг я заметил вот эти две красивые шляпы, ребят. Первые благородные грибы в этом году. Маслятки, смотрите, какие красавцы. Первый вот такой. И вот такой вот второй масленочек. Класс. Сегодня еще пойдем поищем. О, третий! Ну, маленький, не надо. Вот четвертый, пятый. Ну, они уже пусть подрастают. Ладно. Берем эти три. Ну, сегодня еще поищем. И, ну, будем еще искать потом. Ну, вот теперь мы раз с утра нашли первых маслят. Решили вот реально сходить за грибами. Вот нам здесь попались две вот такие свинушечки рядом друг с другом. Одна такая прям обгрызанная. Сильно улиткой. Но ничего страшного, мы их берем. Вот так вот они вместе прям растут. О! Берем, взрываем ямку. Так, это что это? Орех. И идем искать дальше. Ну так, ребят, тут нам попался вот непонятно, то ли белый подберезок, то ли подосиновик. Вот. Давайте сейчас возьмем. Я проверю, что это у нас за гриб такой. Так, пока берем. Его. Идем искать дальше. Так, ребят, ну мы проверили. Оказалось, это не подосиновик, не подберезок. Это лесной шампиньон. Хороший грибочек. Мы его берем в любом случае. Идем искать дальше. Вот это вот сейчас вообще неожиданность. Шли на место проверить, нету ли здесь маслят. А здесь нам попался вот такой вот подберезок. Смотрите, какой красавец. Причем черноголовый, ребят, как осенний. Сейчас его выкрутим аккуратненько. Так, прироем ямку. Во, какой красавец. Берем. Будет вот теперь нашу корзинку так украшать. Может, здесь еще есть? Надо рядышком еще походить тут, поискать. Ну, ребят, искали мы еще, отходили вот по такому полю тут. И нашли полянку масляточек. Причем вот один вот такой вот уже довольно-таки большой. Сейчас возьмем. Так. Блин, как было, чтобы не сломать этого. Ой, и чистенький, кажется. Вот такой красавец. Берем. Так, дальше рядом с ним прям чуть-чуть поменьше. Тоже красавчик берем. Так, вот такой масленочек. Кстати, какой-то даже более крепенький вроде. О, ну, потому что более молодой, наверное. Берем. И вот масленочек, вроде последний здесь. Тоже берем. Кладем в корзинку. Вот столько у нас уже есть. Так. Вроде больше здесь не видно. Идем искать дальше. Чем дальше, тем интереснее. Смотрите, тут нам подберезок попался. Он прям огромный, когда он только успел вырасти. И мягкий. Он, скорее всего, прям червивый. Причервивый. Такой подберезок сейчас. Да, он червивый прям вообще. Ну вот, на меня снял. Ладно, надо здесь еще покрутиться. Может, и помоложе что есть. Будем крутиться. Так, ну, ребят, вот нам попались два подберезовика, еще вот такой большой и вот такой более молоденький. Ну, начнем с более молоденького. Так. Опять темная шляпа, кстати. Так, аккуратненько, чтобы не поломать. Вот так вот вытаскиваем. Вроде даже чистенький, вот такой хороший. Берем. Так, а этот сейчас проверим. Так. Ну-ка. Нет, этот червивый. Его не берем. И идем искать дальше. Ну, ребят, почти не отходя от места, попался еще один подберезочек. Сейчас тоже его аккуратненько возьмем. Красавец вот такой. Опа. Так. О, подберезочек вот такой. Берем его. Вот. И идем искать дальше. Ну, вот такое вот у нас началось. Вот, походу, дождь собирается. Может, даже с грозой. Ну, мы закончили собирать. Вот столько вот набрали. И всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Да, наконец-то пошли такие грибы. Ну, с вами был Никита. Всем пока.